Я не смог ее защитить. Эмили! Где я ошибся? Иногда я ее вижу. Говорю с ней. Я постоянно только о ней и думаю. Мне тоже ее не хватает. Ты гоняешься за призраками! Ее больше нет. И ты это не исправишь. Кажется, я тебя знаю. Это у тебя жена умерла? Что ты сказал? Рейнджер, который не спас свою жену от пули. Хватит! Понимаю, у тебя большое горе. Можешь на меня положиться, это моя работа. Но я должна знать, что ты не подведешь. Вы арестованы. Дело в твоем брате. Он запросил видео, снятое в ночь смерти Эмили. Слушай внимательно. Ты потеряешь все.